Доброго времени суток, уважаемый зритель! Я продолжаю тебя знакомить с проектом Terra Watt. И в этом видеообзоре я бы хотел познакомить тебя с командой данного проекта. Сейчас я нажму паузу и найду команду на сайте. Вот команда данного проекта. Если вы кликните на изучение кого-нибудь из них, то ниже появится ссылка его на профиль и информация. Как вы видите, он... Эвин Уильям является генеральным директором. Он учился в университете Нью-Джерси в Монклер. Более 12 лет опыта работы, продаж и управления. Работал в очень много контор, и каждая из контор действительно очень стоящая. Не буду на них останавливаться, потому что действительно очень много чем человек занимался, очень много чего он добился. Следующий — это Морис Лейтон, третий. Перейдем на него. Такой вот он выглядит. Он из Техасского университета в Арлингтоне. Морис имеет более чем 10-летний опыт в области гражданского строительства, развития бизнеса, маркетинга и рекламных акций. Он также очень много где работал, очень много чем занимался. Я просто читаю информацию о нем и понимаю, что я не смогу вам дать всю эту информацию в одном видеообзоре, потому что действительно очень много. Поэтому я вас познакомлю поверхностно, а если вам уж так нужно узнать о них больше, чем я рассказываю, то, конечно же, для вас, у вас есть все для изучения. Следующий у нас Джером Райман. В области разработки программного обеспечения в Техасском университете в Далласе. Более чем 10 лет опыта разработки программного обеспечения приложений для Android и iOS. Следующий у нас является Хаус Такуджура. Магистр наук в области распределенных вычислений в Токийском университете. Более чем 15-летний опыт разработки программ и блоков. Так что, как видите, каждого, кого бы я ни взял, является действительно очень стоящим членом команды данного проекта. Так же, как и менеджеры, так же, как и советники. В общем, команда действительно очень стоящая. Я, конечно, может быть, делаю неправильно, да, что не рассказал вам о всех и, собственно, заканчиваю видео. Но просто действительно, если я буду рассказывать вам о всех, видите, как их много, то получится очень много, очень длинное видео. Я и так рассказывал про четверых, а вышло видео на 3 минуты. Если я буду рассказывать здесь еще про более чем 10 человек, да, то получится видео очень долго, и вы просто устанете меня слушать. Поэтому просто я вам доказал, что действительно очень сильная команда, я вам доказал, что действительно проект достоин того, чтобы вы в него вложили свое время для изучения, а позже и средства для того, чтобы быть в данном проекте. Поэтому я вам рекомендую, изучайте, присоединяйтесь, а я же с вами на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч!